Сургутские кардиологи выполнили 500-ю в этом году операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением. Достижением поделился в своем телеграм-канале директор окружного депздрава Алексей Добровольский. Юбилейным пациентом сургутских медиков стал 64-летний нефтеюганец. У него выявили острую закупорку легочной артерии тромбами. Часть из них зацепилась в сердце за электроды кардиостимулятора. Это и спасло мужчину от мгновенной смерти. Тромбоэмболия произошла из-за сопутствующего заболевания – варикозной болезни ног. В течение 3 часов сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Ковальчук вместе с бригадой выполнили операцию. В дальнейшем пациентом займутся аритмологи. Ему заменят электрокардиостимулятор. Как отметил Алексей Добровольский, за последние 10 лет в окружном кардиодиспансере провели 6 тысяч операций на открытом сердце с искусственным кровообращением.